атлетический пояс. Существует такое мнение, что активное использование атлетического пояса – это хороший способ защиты поясницы от различных травм. Абсолютно правильно. Однако же, абсолютно верно и то утверждение, что он представляет собой отличное средство для интенсификации тренинговых нагрузок. Надев такой силовой пояс, атлет на 10% быстрее сможет встать из положения приседа. Данный факт зафиксирован учеными. Разумеется, что благодаря применению атлетического пояса в значительной степени возрастает интенсивность сокращения мышц. Однако возникает такой вопрос, происходит это за счет чего? Чтобы добиться особенной мощности работы мышц, поднимается внутреннее давление в организме. Следует обратить внимание, что время от времени такой интенсивный подъем давления приводит к появлению грыжи. Происходит это в том случае, когда часть желудочно-кишечного тракта пытается вырваться наружу тела, именно через наиболее слабые места мышечного корсета. Но здесь необходимы, конечно же, не для вас, соответствующие для этого условия. Мышечный корсет человека должен иметь слабые места, так сказать, дефект, запрограммированный генетикой. Потому лишь обыватели полагают, что именно физическая нагрузка всегда приводит к образованию грыжи. Существует и такое заблуждение. Атлетический пояс, так сказать, отучает собственный мышечный корсет человека, к примеру, спортсмена, от постоянно активной работы. А на самом деле ситуация такова. При надетом силовом поясе внутренние мышцы человеческого корпуса работают гораздо интенсивнее, и все-таки атлетический пояс не советуют носить постоянно, вовсе не снимая, как будто это ремень. Новичкам также не следует без особых на то причин использовать атлетический пояс, поскольку он будет препятствовать процессу усвоения правильной техники различных силовых упражнений, а соответственно и укреплению некоторых околопозвоночных мышц. Профессиональные спортсмены используют силовой пояс только лишь в рабочих подходах, именно в низкоповторном стиле, используя атлетический пояс, когда делают до 5 повторений. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!